Вне всяких сомнений, смешанные единоборства можно считать одним из самых зрелищных видов спорта. Главное этому подтверждение – это количество зрителей на трансляциях крупных чемпионатов. По этим показателям ММА вполне может соперничать даже с футболом. Умение показать поистине зрелищный бой – отдельный навык, обучаться которому следует с самых юных лет. Предоставить такую возможность начинающим спортсменам – одна из главных целей турнира, который проходил накануне. А организатором выступила Азиатская академия ММА. Азиатская академия ММА 3 года как существует. Мы выступаем на различных уровнях, на всероссийских турнирах. Турнир собрал более 200 участников самых разных возрастов. Заявки подали около 10 клубов со всей Иркутской области. Помощь в организации состязания оказало таджикское национально-культурное сообщество. Мы благодарны за это соревнование, что проводится в нашем городе. Спорт, это мы знаем все, это самое главное, это уважение родителям, здоровье. Ну и здоровый образ жизни, в общем. Несмотря на юный возраст, участников поединки вышли весьма достойными. Многие спортсмены бились до последнего. И именно на этом турнире несколько десятков ребят смогли впервые встать на пьедестал и завоевать свою первую награду. Ценный опыт и победы, поражения, уверенные организаторы, поможет юным бойцам сделать выводы и найти свою дорогу к большим спортивным успехам. Александр Бычков, Роман Буйнов. Местное время.